Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение Fallout 4. Ну что же, собственно, в прошлой серии мы побывали опять в очередной раз в University Point и зачистили все это мероприятие от, мать его, синтов. Не знаю, зачем я сюда поднялся, просто для того, чтобы, наверное, насладиться красивыми и замечательными видами на эту дыру. Потому что по-другому это место реально не назовешь. Ну что ж, погнали, тогда сдадим квест по-быстрому. Больше нам делать нечего сейчас, по сути. И посмотрим, что дадут следующее. Если будет что-то в духе опять сходило чистить синтов на какой-нибудь станции, то пойдем лучше по сюжету. Если что-нибудь интересное, то посмотрим. Вот он, бежит. Пэм тебя зовет. Она даже сказала, зачем. Но для меня это так и не дошло. Любопытно. Хорошо, говорит, что ты с нами. Подожди, а кому мне квест надо было сдать? Дездемон или как там тебя зовут, по-моему, да, если не ошибаюсь? Дез, короче, где ты там? Мне же надо тебе квест сдать. Или все, уже не надо, типа, бэм, идти, просто сходите, все. Я только задремал, вдруг бац, идея, вдруг понял, как нам относить спасителя. Сделаем твою супер-пупер-пушку еще больше супер-пупер. Глянь, что у меня есть. Ну да, посмотрим. Ну вот что у меня есть. Шикарно, торговец у нас есть. Теперь торговец, это просто прекрасно. Так, хорошо, мое оружие тогда. Жми моли, чем строится с 5-м калибром. Надо бы запомнить и купить весь 5-й калибр у него, который только есть. Колеющий пистолет забирай. Карабин Гаусса пока оставь. Насыщенный плазма это мой, я тебе не отдам. Осколочные мины забирай. Плазменные мины тоже забирай. Да и, в принципе, кажется, все. Далее. Здесь у нас ничего такого, что я бы тебе отдал, особо нету. Кроме, что разве это так, не знаю, откуда она вообще взялась. Форма охотника так и не проявил. Ну-ка, вообще, 30-15-15. Ну, а что у меня там надето? Военная форма. 5. Ну, форма охотника выглядит круче. Но на нее наверняка не налезет броня вот эта другая. Поэтому, наверное, нахер. Ладно, продадим, короче. Так, у тебя уже нет денег, поэтому давай посмотрим твое оружие для начала, что там у тебя крутого есть. Так, всякая фигня, миниган. Специальное предложение техника Тома. Если вы не вступили в бой, повышает точность в ватс, но и увеличит расход очков в действии. Урон 55%. 308 калибр. Неплохо. Неплохо, кстати говоря. Очень неплохо. Издалека так бац и хедшоты с ним ставить с кушаком к тому же, да? Блин. Очень любопытно. Ладно, у тебя же оно останется, правильно, поэтому... Хотя хрен с ним возьмем, давай. Так, далее, давай, пожалуйста, мне еще... Сука, у тебя много всякой разной одежды интересной, но это не важно. Мне нужно хлам потом, но это тоже все... Усиленный ресивер, кстати, можно поставить на... Ладно, давай. Так, пожалуйста, 5.56, все, что есть, дробовика, все, что есть. Дальше, 44-й, 45-й, ядерная батарея. Все. Окей, ну подожди, теперь посмотрим, может быть, что-то смогу тебе продать еще. Бафтаты одни возьми. Винта возьми. На это забери. Вот так. Это оставь. Это все тоже пока оставим. Пригодится. Вот это. Ну и все. Так, теперь быстренько проверить, прочекать. Оружие. Так, стоп, у меня две пушки есть. Зажигательный наклонствольный с затвором и разведывательный. Короче, зажигательный и разведывательный. Смотрим. Зажигательный и разведывательный. Зажигательный. Урон 27, цель получает 15 единиц урона над огнем еще при этом добавок. Но в целом вообще пушка в принципе шляпная. Вот вместо нее, пожалуй, поставим. Где она у меня стоит? На каком слоте? На первом, на втором, на первом. Прекрасно. Зажигательный. Убрать. Специальное предложение. Поставить. Сейчас, друзья, мы должны прерваться буквально на секунду, продолжу через мгновение. Так, хорошо, друзья, здесь продолжаем. Ну что ж, собственно, взяли пушку, давайте посмотрим, что за пушка. Специальное предложение. Оптика хорошая. Стреляет тихо.
патронов до хера, поэтому в целом мне нравится. Ладно, Пэм так Пэм, пойдем пообщаемся с Пэм тогда в таком случае. Выполняется вычисление. Присутствие института увеличит шанс обнаружения на всех северных маршрутах на 52%. 52% недопустимо, слишком опасно. Мастер, что скажешь для того, чтобы снова вернуться в бой? Здрака, я всегда на ты. Значит, у тебя самая подходящая работа. Мы с доктором Амари столкнулись с одним препятствием. Вы с ней еще не встречались, она работает для последствий и играет важную роль в нашей организации. Синты отправляются в дом с воспоминаниями, где доктор наделяет их новыми воспоминаниями, затем они уходят. Но и последний пациент оказался в ловушке. Путь отхода перекрыт, и мы пытаемся найти выход. Так найдите другой путь. Найти маршрут, защищенный от института и прочих опасностей, не так легко, учитывая местоположение, шансов у нас немного. И ни один из вариантов выхода из запасеста пока не подходит. Пэм, что если провести маршрут через Лексингтон, коммутатор центра деятельности института? При приближении к центру шансы обнаружения увеличатся в геометрической прогрессии. Объясни по-человечески, Пэм. Она говорит, что нельзя проводить операции в районе коммутатора, придется избавиться от первого поколения, блокирующего первоначальный путь. По-моему, доктор прав. Видишь, даже он со мной согласен. Довольно. Будь по-твоему. Отправляйся к доктору Амари, передай, что другого пути нет. Ты подготовишь все для последней операции. На карту поставлено слишком много, так что будь осторожнее. Прерванное воспоминание. Ну что ж, замечательно. Доктор Амари, как ты, значит, мы с ней знакомы? Знакомы еще как, и в доме воспоминаний мы в ее были. Поэтому в целом все ровно. Что это такое? Подожди-ка, ну-ка. Тебя ранили? Удивительно, но как-то нас Глори на детекторы до сих пор не реагируют. Вообще-то мне просто нужно собраться в дорогу. Посмотрим, что у меня есть. Да ничего у тебя интересного нет, иди к черту. С тобой еще можно болтать о чем? Тебе что-то нужно? У меня есть чертежи перехватчика сигнала, который позволит мне попасть в институт. Так вот зачем тебе нужен был чип охотника, из-за чистоты, зачем? Для чего нужна эта машина? Нет, я пока не готов тебе это говорить. Я пока еще не решил, с кем я пойду в институт. С Брастом Стали, с тобой, либо с Минитменами, либо еще с кем, поэтому иди к черту. Так, ладно, инфо. Задание, вернуться к Дездемоне. А, так подожди, я типа... Все еще не сдал реквест, хорошо? Тогда извини. Дездемона, тебе что-то нужно? Можешь взглянуть на эти чертежи? Ученый по имени Верджил сказал, что это устройство поможет проникнуть в институт. Так, вот зачем тебе нужен был чип охотника. Понятно, опять это то же самое. Не-н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 е. Возвращаемся обратно. Дездемона, тебе что-то нужно? Если вкратце, есть одна машина, которая позволяет мне проникнуть в институт. Так, понятно, ладно. Короче, без этого, без вариантов, никак по-другому не поговоришь, ни, кроме как начала так. Ну, хорошо. Ты в курсе, что в институте есть машина под названием молекулярный телепорт? Мы потратили десятилетия, столько агентов отдали свою жизнь ради этого, и мы так ничего и не узнали. А теперь, благодаря тебе, у нас есть ответ – телепортация. Как только институт мог создать нечто с настолько... Ладно. Нас ждут дела. Теперь это наша задача номер один. Я хочу, чтобы техник Том сделал все возможное, чтобы собрать это устройство. Выполнено. Поговори с техником Томом. Мне удалось истребить синтов первого поколения по просьбе станции Рендеров. Рендер все еще функционирует? Наконец-то хорошие новости. Мы уже думали, они стали еще одной жертвой катастрофы в коммутаторе. Но Рендеры слишком долго не выходил на связь. Это непростое решение. Нам придется поместить их в карантин. Надо связаться с ними напрямую. Слишком рискованно. Институт мог устроить там засаду. Вместо этого действовать будем осторожно. Мы им поможем, выиграем время, чтобы подтвердить, что это действительно наши люди. Нашим единственным средством связи с Рендерфом будут тайники. Заходи время от времени к ударнику. Он отвечает за тайники. Спасибо. Да, не за что, родная, не за что. Так, ладушки-ладушки, дальше что у нас? Прерванное воспоминание доктора Амари, джекпот, мифовская больница, вскрыть тайник из-за управления. Кстати, да, давай-ка
Вскроем тайничок, пожалуй. Помните, мы нашли какую-то записку у каких-то чуваков, рейдеров, по-моему, что типа там в больнице устроен тайник, что можно его вскрыть и какую-то пушку крутую получить. Давайте получим для начала, а потом, может быть, и прерванным воспоминанием займемся. Потом уже, наверное, продвинемся дальше по сюжету все-таки, как-никак. Пора бы уже. Ёперный ты кротовод, нифига, гончая мутант. Ой, черт. Я уже слышу эти звуки, мне это очень не нравится, поэтому... Поэтому бутылка с коктейлем Молотова мне в помощь. Ой, как хорошо. Синты, ну конечно. Благодарю тебя. Весьма тебе благодарен, таинственный незнакомец. Ой, как мало здоровья, кстати говоря, надо срочно подхилиться. Готов. Чёртова консервная банка. Мутант Камикадзе. Мутант Громила. Гончая мутант. И синт первого поколения. Хорошо. С этим покончено. Теперь пошли в больничку. Да, весело так вот телепортируешься куда-то. Там тебе и синт, и мутант, и все, что хочешь. Мутанты Камикадзе, самое что интересное. В общем, весело и здорово. Так, нам нужно выше подняться. Мать твою, опять. Опять этот капитан. А, вот он! Я выжил. Ладненько. Запарил ты меня, ублюдок. Тайничок выше еще этажом находится, блин. Как подняться выше на этаж? Родная, как нам подняться выше? Вот как, отсюда. Собачка? Собачка. Собачка сдохла, собачка сдохла. Так, готов, мутант. Больно, блин, лупят сволочи такие. Родной, я тут тебе подарочек принес. Надеюсь, тебе понравится, родной. Блин, как мало хп остается. Ладно, подхилимся еще. Не проблема. Так, быстренько обыщем этого ублюдка, возьмем парочку грен. Давайте сразу поставим их, пожалуй. Осколочные, осколочные, одна. Ну ладно, хотя бы одну. Так, крышка, патрушки. Ух, там народу тьма похолодела. Пацаны, ваши, короче, лови.
Есть контакт, хорошо вошло. Готов, почти уровень получили опять. Классно. Для начала давайте возьмем тайник все-таки. То, зачем мы сюда пришли. Собственно. Офигительно. 10-миллиметровый патрон. А, так это не тайник, который мы нашли записку, а это тайник, который давал нам ПМ координаты. Точно, точно. Патроны, патроны. Граната осколочная. Патроны, патроны, плазменная мина. Офигительно. Стелс-бой. Стимулятор. В шкафчиках пусто. Лазерный пистолет не интересует. Батарея ядерная возьмем. Жестяная банка. Алюминиевая банка. Нормально. Сдохни. И ты сдохни. Демутировал. Так, мало хп. Ой, подожди. Ну да, в принципе, все правильно. Так, Кейт, дорогу, пожалуйста. Готов, родной. Че у тебя было? Увеличение урона Гулин 50%. Тоже на продажу пойдет. Патроны и патроны. Хорошо. Все, я так полагаю, что отсюда надо просто-напросто валить. Что больше нам тут явно делать нечего. Мясо болотника, кстати, тоже возьмем. Ух, сурово. Ох, а что такое FPS так просаживается? До 19 только что была просадка. Нихера вот так просила. Пацаны, пацаны! Подожди! Готово. Уровень получили. Фу, хорошо. Быстрое сохранение, пожалуй. И валим отсюда нафиг. Ну там, конечно, кто-то еще остался, но допустим они там и остаются. Меня они сейчас мало интересуют. Уходим. Ну что ж, тайничок взяли. В принципе, с тайничком неплохо обошлись. А давай теперь, наверное, таки в дом воспоминаний телепортнемся и посмотрим, что у нас там будет происходить интересного. Уж больно любопытно. Музыка такая тревожная. Но оно, в принципе, наверное, и понятно во время боя, какая она еще должна быть. Так, окейшки. Инфо. Поговорить с ПМ успеем. Поговорить с доктором Амари. Карта. Это нам, соответственно, в добрососедство. Поехали, перемещаемся. Надеюсь, там сейчас не будет куча синтов и город будет мертвый. Это было бы печально. Но очень надеюсь, что такого не случится. Что все-таки все будет в порядке. Кстати, родная, я тебе быстренько... Клео, я тебе быстренько пушечку кое-какую продам. Так, мое оружие. Вот это, пожалуй, забирай. Далее, патроны. Боеприпасы. Так, 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 дробовик. 44-й, 45-й. Ох, отлично, 45-го много. Так, подожди, отмени сделку, отмена, подтверди сделку. По крышкам просаживаемся, но это временно. Вы же понимаете, что все это временно. Так, ну город, по крайней мере, жив, это уже радует. Теперь
Тебе, говорит, удалось пройти путем свободы. Блин, как же быстро слухи разносятся по пустошам столичным. Да, удалось. Привет, родная. Это тебе говорил N-22? Только я подумал, что бедняге и так досталось. Пациент сейчас отдыхает. Ты хочешь с ним попрощаться? Не советую. Он не помнит ничего о своей прошлой жизни. У меня не было возможности его прощаться. Он многое тебе говорил перед анестезией. Мне жаль, что у вас не было шанса попрощаться. Итак, каков твой план? Как ты выведешь отсюда? Но он не может остаться здесь. Об этом не может быть и речи. Ваши люди и сами мне объясняли, что главный принцип подземки – постоянное движение. Только благодаря этому вы до сих пор живы. Ему недавно сбежавший Синд был слишком долго оставаться в одном месте, на вас всех ждет неминуемая смерть. Ладно. Придется использовать первоначальный путь, другого выбора нет. Это твой план, думал ли твоя организация секретность превыше всего? Ну хорошо, спорить я не буду. Твоя цель – центр Мальден. Всех синтов первого поколения там необходимо нейтрализовать, понимаешь? Всех. N-2-22 – его будущее теперь в твоих руках. Он уйдет, и этого разговора никогда не было. Его здесь никогда не было. Перед уходом возьми голографическую запись со стола. Это личное сообщение только для тебя. Устранить синтов первого поколения. Прощальные слова N-2-22. Доктор сказал, что я могу прощаться, и решил сделать эту операцию. Я знаю, что потеряю все воспоминания, но это не повод для грусти. У меня кошмары. Это просто невыносимо, этот мир. Бюро робоконтроля, преследования. Все говорят, что в новой жизни я буду в безопасности. И уж совершенно точно счастливее. Я жалею только об одном, что я забуду старика Стоктона, Хай-Райз и тебя. В прошлом у меня только страх, и даже хуже. Но я буду скучать по новым друзьям. Пора, Н2. Спасибо. Да, не за что. Начисти Мальден побыстрее, Н2 нельзя здесь оставаться. Сходи туда, убей там всех, иди обратно, и убей там по дороге всех, потом еще вот раз верни, там тоже всех перестреляй. И потом возьми новое задание, снова иди всех убей. Примерно так вот у нас последняя серия выглядит. Но у меня речь наперед, мне нравится, интересно. Так, Мальден, давайте смотреть, где это, мать его. Это у нас где-то вот тут. Мальден Центр. Ну что ж, Медфордская больница, мы только что там были, оттуда и пойдем. По мере того, как роботы получают урон, они становятся все более опасными. Если обе руки робота вышли из строя, он бросается на врага, одновременно запуская программу самоуничтожения и взрывается. О, нифига. Вот это любопытно. Вот это я не знал. Давайте, кстати, уровень качнем, пожалуй. Критов немножко поприбавим себе. Или таинственный знаком, чтобы чаще появлялся. Да не, пожалуй, все-таки, наверное, критический урон нанесем побольше. Вдвое больше урон критический. Так, ладненько, нам в ту сторону. Центр Мальден. Нихера у тебя пушка. Подожди. Ой, прости. А что ты спросила? А, ты пытаешься меня остановить, типа, да? Как-то так, она stop me. Такова цена безопасности. Только не говори, что веришь в это дерьмо. Что ж, раз уж мы оба здесь, можем объединить силы и устроим всем встряску. Что скажешь? Давненько я хотел лично посмотреть на тебя в действии. Приступим, Глория. Иди вперед и за тобой. Хорошо, нас теперь будет трое. Кейт это не понравилось. Прости, Кейт. Ну, пойдем.
Ну, пойдем посмотрим. Гризвольд тебе ничего об этом месте не сказал, только знаю, что в Мальдоне враг. Да, эта пушка неплохо их ушибает, на самом деле. Патроны, крышки, что найдешь, не стесняйся делиться. Да, обязательно. Конечно. Ну и бардак тут устроили. Самое время поспать с ним, мне кажется, часик. Рядом с трупом. Ай, кажется, я мышцу потянула. Ты, кажется, спала в кровавом матрасе рядом с трупом, гниющим, разлагающимся. Тебя это не смущает нисколько? Нет? Ну ладно. У меня такое ощущение, что здесь тоже уже был. Ладно, неважно. Да чтоб тебя, первое поколение. Ну что ж, выбора нет. Вот это, кстати, нехеровая такая пушечка. Так что, в принципе, я не против, что пошла со мной. Реально, в принципе, не против. Так, спокойствие, так спокойствие. Охренительная пушка, а. Как же мне она нравится. Очень, говорит, было приятно вытереть об тебя ноги. Ой, кажется, ты горишь. Ладно. Так, только давайте там, девочки, не умирайте без меня, ладно? Я помогу. Готово, мать его, только там с другой стороны еще, по-моему, стреляет. Мне, говорит, почти жаль. Почти. Бедный робо как его там. Рыбонавт. А почему я могу никого обыскать? А, понял почему. Потому что выбор оружия был. Терминал легкий не хочу. Предохранитель стали, пожалуй, возьму. Крышка ядерной батареи тоже, пожалуй, стоит взять. Винт тайник с крышками, твою мать. Было совсем не больно. Ах, чертова растяжка. Ладно, живы будем, не помрем. Будет ровно, надеюсь. Лунная мартышка Джинглс не интересует. Так, ну врагов еще осталось приличное количество. Тут же рейдеры, которых можно неплохо залутать. Двойные денежки, хорошо. Осколочная мина. Лифт. Уж не знаю, нужен ли нам лифт, но он тут имеется. Какой замок средний? Хорошо. В таком случае приступим. Почти получилось. Готово. Очередной рейдер. А это была какая-то турель. Нормально. Легендарный сит-следопыт. Мертв.
Воровская металлическая броня для левой руки. Увеличение размера зачетной зоны при взломе замков. Нормально, но мне это не интересно. Поэтому на продажу, соответственно, тоже. Так, там у нас остались цели. Стимпак, противогаз, маска. Хорошо, вроде как все здесь. Ага, вот еще. Коробка с боеприпасами. Хорошо, сохранение и погнали дальше. Ненавижу эту мартышку, прости, но это просто нереально. Она слишком бесящая. Смотри, косинты почему-то стали зелеными. Что странно очень. Они красными. Мне кажется, мне надо спуститься именно ниже. Да, теперь они стали красными опять. Я надеюсь, что лифт поедет вниз, а не наверх. Давайте проверим мою теорию. Going down, отлично, спуск. То, что нужно. Сейчас мы будем на одном уровне с синтами. Блин, пушка против синтов просто выпиливает. Жаль только, что обойма у него очень маленькая. Ну, невозвращенная книга. Шикарно. Секунду, я перезаряжаюсь. Извините, простите. Продолжаем разговор. Нахрен иди, не хочу, чтобы ты меня тут сам уничтожал. Не хочу. Просто умри, спасибо. Фух. Так, спокойно. Свинцовая смоляная броня для синтов. Спочились только нет, офигеть. Так, ладушки-ладушки. В итоге, короче, минус еще один, и осталось вроде как трое. Давайте, наверное, покончим с ними в следующей серии, потому что как-то не печально, а нам с вами пора прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. А для вас играл и комментировал Валда, это была игра Fallout 4 на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.